Здравствуйте. Вот в недавней распаковке показывала белую лаву, и захотелось быстренько сделать с ней украшение. И так как я рассказывала вам, что у нас очень жарко, и фурнитура некоторая приходит в негодность, решила сделать ее с минимум фурнитуры. Вот, подобрала только вот здесь такие перегородочки, проверенные временем. Это со старых моих браслетов я сняла. Сделала такую подвесочку, покажу, как я ее делаю. И просто нанизала бусины лавы и искусственного коралла, так вот поубывающей. И в конце сделала вот ниточка коралла, в таких ронделей у меня была. Вот сделала вот так. И маленькая такая удлинительная цепочка. Так как у меня здесь листики в конце, и здесь я сделала листик. Вот такое украшение у меня получилось. Кому интересно, как я делала подвеску, смотрите продолжение видео. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Попытаюсь сделать подвеску для украшения. Вот идея, в принципе, такая. Вот через такие вот проставочные элементы нанизать бусины на пины. Посмотрим, что получится. И это будет только как бы начало, потому что внизу еще будут какие-то висюльки. Какие еще не придумала. Но пока вот основу для подвески хочу сделать. Возьму сверху, поставлю такие бусины. И пины, вот два я взяла с петелькой, чтобы как бы это было основой подвески, чтобы на нее вешаться. А один, вот такой гвоздик, он будет в центре. Потому что здесь петелька не должна быть. И вот так через вот этот гвоздик я одену центральную часть. Это не очень симпатично. Вот такая у меня есть. Вот одну. Теперь одену красную. Через гвоздик опять же все это идет. Теперь одену белую. Но вот, теперь одену опять красную. И все. Почему-то мне показалось, что еще надо белую. Но нет, вот и красную. Здесь сделаю петельку. И вот, вот такая вот как бы штучка. Но надо делать все это одновременно. Сейчас попробую еще. Так, в принципе, можно поставить эти беленькие без перегородки, но мне кажется, что с перегородкой это оно как бы держится как единая такая вот система. И вот сюда вот я сделаю петельки в трех, и сюда еще что-то подвешу. Будет вот такая вот подвеска. Вот эти белые получаются, может быть, будут в конце вот этой подвески, а здесь сделаю мелкое что-то. Такая идея. Как я делаю петельки? Очень просто. Сначала отгибаю под 90 градусов. Натягиваю, конечно. Смотрю, чтобы все было натянуто. Под 90 градусов. Не обрезаю. Я не обрезаю. Вот. Теперь делаю петельку. Вот так. Поглубже. Теперь обрезаю прямо вот под бусинку. И только сейчас загибаю эту петельку вовнутрь. И получается очень хорошо. Теперь проверяю, чтобы головки этих петелек, верхняя и нижняя, были параллельны. Вот так. Вот такая получилась пока первоначальная подвесочка. Надо здесь еще подправить. Ну, вот такая будет подвеска. Вот сюда будет цепляться что-то, украшение, а здесь будет какое-то продолжение. Вот я придумала, как сделать окончание, и вспомнила, что вот с этими элементиками уже давно не видела, чтобы кто-то работал вот с такими, да, это старенькие наши такие проверенные вот такие крепежные элементики. Но сейчас покажу тем, кто, может, впервые с ними сталкивается. Делается все очень просто. Вначале вообще нет никаких проблем. Два кримпа.
один кримп возле другого надо закрепить на расстоянии где-то миллиметр. Вот один, ну, может, полтора миллиметра. Ну, совсем близко, так, чтобы тросик согнулся между ними. Вот так, да? Теперь их просто складываем. Складываем и закрепляем. Вот так. И вот в этот элемент вставляем. Он вместо укрывных бусин может работать. Смотрите, как хорошо. Видите, это как укрывная бусина. Вот сюда вставляем его. Вот так. Теперь закрываем этот элемент. Что главное? Есть такие элементы вот с двумя такими вот петельками, а есть такие, что с ушками, что их можно закрепить. Вот. И обязательно эти петельки надо проверить, чтобы они одна напротив другой стояли. Вот так, иначе туда колечко не зайдет. Вот так все. Вот оно держится. Теперь это очень крепкое соединение, и мы обрезаем сразу вот под... Не надо вот этот тросик, кусочек тросика хранить для бусины. Вот так просто обрезаем. Все, теперь одеваем. Ну, я такую вот придумала себе одну лаву маленькую и 5 кораликов. Кстати, у коралла очень маленькие дырочки. Не 5, а 10, извините. 10 штук кораллов таких. Украшения вообще решила делать почти без фурнитуры, потому что жара-жара, и эта фурнитура неизвестно, как себя поведет. А тут оно будет такое, только вот на подвеске будет немножко совсем. 10 штук, я сказала, да, вот 5. Ну, давай, 5 и еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такие диски рондели маленькие у меня есть. Коралловые, очень симпатичные. Вот их я буду использовать как проставочные. Все, вот сделали. Теперь проводим тросик вот в этот элемент. Одеваем один кримп. Сразу два не одевайте, потому что тяжело это делать. Один кримп. Теперь надо туда тонкими плоскогубцами залезть. Но у меня вот есть вот эти... Они, правда, толстые, но они с таким носиком, да, загнутым. Вот туда заходим внутрь, зажимаем очень крепко. Зажимаем один, теперь еще один. Одеваем кримп и стараемся так, чтобы расстояние было между ними все равно. Хоть они внутри, вот сейчас вы видите, так. И вот там чуть-чуть как бы его приподнимаем и тоже зажимаем. Желательно в одной плоскости их зажать. Все, сделали. Теперь вот этот тросик здесь вот в дырочку этого элемента, в петелечку, внутреннюю такую, пропускаем. Теперь главное, чтобы он прошел. Далеко от глаз не очень, но сейчас мы сделаем. Смотрите, какое чудо. Даже прошел через один кораллик. Вот. Вот здесь еще видно, да? Берем и протягиваем посильнее, чтобы они сложились, вот эти два кримпа, вот они сложились. И теперь закрываем аккуратно, должен закрыться, петельку поправляем, чтобы одна напротив другой, вот эти дырочки в ней были. Все, обрезаем. Вот эти кусачки, их надо покупать много. Вот у меня уже почти затупились, они плохо кусают, но ничего, кусают еще. Чуть-чуть вот остался кусочек, надо его постараться засунуть туда. Вот такой элемент получился. Видите, как просто. Теперь у меня есть 2 петельки. Окончания красивые, такие вот как бы, как укрывные бусины. И я беру колечко, маленькое, небольшое. Здесь... Не нужно большое колечко. Одеваю его на этот элемент. Ой. Видите, чуть-чуть сдвинулось. Уже плохо одевается колечко сейчас. Вот так. Вот оделось. И вот сюда вот на петельку моей подвески. Как бы подвески. Вот так. Все. И складываем. Вот так. Еще раз смотрим, чтобы колечко
Все хорошо закрылось. Закрылось. И вниз вот я нашла такие листики у меня есть. Два маленьких и один большой посередине. Будут листики. Еще другой немножко листик для удлинительной цепочки нашла. Так, смотрим. Вот листики у меня смотрят лицом в ту сторону. Значит, и этот надо одеть лицом туда, внутрь. Назад. Лицом назад. Вот так. Все. Вот такая подвесочка у меня получилась. Простенькая. Я думаю, симпатичная, длинненькая. И теперь бусики нанижу на тросик и покажу вам.